Какие санкции придумал Стивен Кинг для Дональда Трампа? Чем обернулась для норвежца съемка «Грозы» и в каком аэропорту предлагают переночевать в космическом корабле? Об этом и не только в нашем обзоре. Никаких клоунов, Дональд. Стивен Кинг запретил президенту США смотреть экранизации своих новых книг. Об этом он написал в Твиттере. Еще в июне Дональд Трамп заблокировал писателя в этой соцсети. Запрет на просмотр фильмов – ответные санкции со стороны Кинга. «Иди поплавай в одиночку», – советует мастер ужасов Трампу, намекая на сюжет фильма «Оно». В Омане состоялся первый в Иордании цветной забег. Марафонцев на бегу обсыпали разноцветными порошками. В благотворительном забеге приняли участие около 1000 человек. Одни говорят, бежали, чтобы помочь нуждающимся. Другие – просто, чтобы повеселиться и отвлечься от серых будней. Собранные деньги организаторы пожертвуют для больных раком. Норвежец снял на видео удар молнии в свой дом. Вместе с другом он снимал молнии, когда одна из них ударила прямо в террасу, где и стояли видеооператоры. На записи слышен звук, похожий на выстрел, и видна вспышка. Никто не пострадал. Видео уже набрало больше 1 000 000 просмотров на Ютубе. Пользователи отметили сдержанную реакцию норвежцев на инцидент. Ни криков, ни руганий. Просто посоветовались и решили, что пора уходить. В океанариум в Рио-де-Жанейро привезли 2 самцов бычьей акулы. Хищники Дональд и Гастао будут соревноваться за внимание и любовь 2-метровой акулы Маргариды, которая уже живет в океанариуме. Все для того, чтобы сохранить вид, который находится под угрозой вымирания. Мясо бычьих акул очень нежное и вкусное, поэтому рыбы часто становятся добычей браконьеров. Но и сами акулы-быки частенько нападают на человека. Это одни из самых агрессивных обитателей морских глубин. Нет, это не кадры из фильма о будущем. Это аэропорт Мехико. Зал ожидания здесь оборудовали 2-уровневыми футуристическими кабинами. В каждой из них удобная кровать, телевизор, кондиционер и зарядки для мобильных устройств. Все комнаты одинаковые и похожи скорее на космический корабль. Ночь в капсуле ожидания стоит $39. За час отдыха нужно выложить 9 зеленых.